Это Егор Чураков. И это Слен Серебряная Пуля, Пол Экстрим and Advanced Tricks, Мертвые Мухи, трансляция с хардкорной тренировки по китайскому шесту, и мы решили все-таки сделать обучалку по его этому. Все это дело делается на китайском пилоне, если кто не знает, это вот эта прорезиненная хрень, которая очень хорошо держит что руки, что и ноги, и, соответственно, вы должны быть в специальной обуви. Вот. Это кеды с резиновой подошвой. Я начинал с подготовительных упражнений просто на земле. То есть для первых шагов можно использовать вообще обычный пилон. Для начала я пробовал прыгать на месте на 360, выравнивая себя как бы вертикально. То есть легче это делать, когда ты смотришь на какой-то предмет. Вот, например, вот эти часы. Я смотрю на них. То есть пытайтесь закручиваться руками, закручиваться корпусом, приземляться лицом в то же место. Пожалуйста, вот. Юля, еще раз. Отлично. Очень круто. Вот с этого я начинаю. И второй, значит, второй этап. Я тоже сам начинаю пытаться. То есть вот как-то это так выглядит. На этой ступени мы учимся фиксировать, короче, ловиться руками, чтобы об этом потом в следующий раз не думать. Руки поднимать, руками пальчиками на сильно руках. Вперед крутим и назад крутим. Для того, чтобы это освоить, этот трюк, нам вообще для начала нужно научиться правильно забираться и прыгать. В принципе, на китайском прыжке, на китайском пилоне совершать вертикальный подъем. Ставим руки и ноги на диагональ, так, чтобы у нас была противоположная рука и противоположная нога. И небольшой разницей в отрыве начинаем подниматься. Спина прямая, чем мы отправляем теперь. Затем следующий шаг. Мы начинаем совершать те же самые действия, но прыжками вверх. Толкаясь одной ногой, меняем и другой ногой. Естественно, небольшой нюанс. При подъемах на китайце, на стальном пилоне, рука всегда охватывает полностью всеми пятью пальцами пилон. Не так, не так, там не так. Четко все ровно пять пальцев, чтобы не слететь с него. Итак, следующий этап. Мы с вами осваиваем само приземление на пилон. То есть мы совершаем некий прыжок и с небольшим обрывом приземляемся внизу в то положение, в которое нам первоначально удобно будет. Так, заходим. Совершаем прыжок. Отпуская руки с небольшим полетом вниз. Может быть и такое. Итак, следующий этап. Для того, чтобы нам научиться проворачиваться на китайском пилоне, нам нужно совершить некоторое простое действие с перехватами, то есть разворот на 360 градусов, но при этом, используя перехват рук, держать стопами. Итак, демонстрация. Таким образом, наше тело запоминает, как нам нужно ориентироваться в пространстве во время выполнения этого элемента. Один из вариантов изучения может быть такой, что вот Егор только что показывал, как провернуться на пилоне. Можно зайти в эту же штуку, только с маха. Примерно так. То есть мы заходим уже вот в такое положение. Пытаемся зацепиться ногами и развернуться. Это просто поможет вам легче ориентироваться в пространстве. Следующий шаг. Мы пробуем соединить прыжок и винт, который мы с вами изучали в самом начале, подготовительный сам прыжок и винт. Но учимся это делать на сход, то есть приземлением на пол. Ставим ножку, ручки. Смотри, проделай просто сед. И шаг. Пробуем поймать пилон.
момент приземления. Затем постепенно набираем высоту, делаем шаг, вот так как везде живот, и ловим приземление. Когда у нас все эти элементы достаточно успешно получаются по отдельности, мы стабильно приземляемся, мы стабильно прыгаем, мы чувствуем себя уверенно во всех предыдущих сделанных элементах. Мы пробуем все это соединить и осваивать несколько вариантов приземления. На маховую ногу, на толчковую ногу и через прямое тело ноги вместе пытаемся приземлиться. Итак, показываю три варианта. Да, отлично. Я же сказал, что я сделаю. Пара слов о мерах предосторожности во время изучения этого элемента. Самое главное, это, конечно, маты. Если вы будете падать, а всякое возможно, если будете падать, обязательно должно быть что-то мягкое на полу. То есть иногда получается, что ноги пролетают мимо, вы будете падать вот так. Обязательно что-то на руку, либо, короче, нательное белье, сверху толстовка, или просто вот как у меня защита здесь. Опять же, если ноги пройдут мимо, у вас получится вот такое положение. И получится так, что вы можете проехаться на подмышке. Очень неприятное ощущение, гарантирую. И обязательно одевайте что-то под джинсы, что-то плотное, потому что если ноги у вас как бы пройдут мимо, опять же, чтобы у вас не было ссадин на ногах. По большому счету, это все. Удачи, тренируйтесь. С вами были Слен и... Я, Егор Чураков.